Наш международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособникам больше года работает в районах боевых действий. В том числе мы бываем и на базах разных военных подразделений, украинских военных подразделений на территориях, которые уже освобождены. Мы были на всех базах неонацистского подразделения «Азов». Мы изучали их документы. Мы находили следы присутствия там западных инструкторов. Мы находили сертификаты курсов, которые организовывали такие страны, как США, Польша, страны Европы, Великобритания, для того, чтобы готовить этих неонацистов, для того, чтобы они убивали русских людей. Мы были в тех военных подразделениях, где стояли украинские войска, которые выстраивали этот режим террора на Донбассе. Мы опрашивали людей, которые жили в Мариуполе на протяжении вот этих 8 лет украинской гражданской войны, которые рассказывали, что происходило, как пытались сделать так, чтобы Украина была форпостом против России, как пытались создать Украину как антироссию, как готовили их войска к войне с Россией, как преобразовывали общественное мнение и как молодежь готовили в формате войны с Россией. И то, что специальная военная операция началась, она была абсолютно неизбежна. Мы знаем о планах нападения на Донбасс, украинских планах. Мы знаем о планах нападения на Крым. И об этом нам рассказывало много людей, мы видели документы. Ну и, конечно, мы опрашивали в том числе и военнопленных, украинских военнопленных, они подробно рассказывали нам, как готовились к войне с Россией. Была бабушка с двумя маленькими девочками, одной год и 10, по-моему, второй 4 года. Они сидели все это время в подвале. Они пытались выйти, хотя бы набрать где-то как-то воды. Он говорит, нам под ноги, говорит, стоял, говорит, Азов, и под ноги, говорит, нам стреляли. Кто делал шаг вперед, стреляли на поражение. Мужчина, который выехал из Мариуполя, он говорит, я только приехал, он приехал... Азовцы, потому что ДНР еще в тот момент не находился в городе, по крайней мере, в этом районе. Мужчина, который только приехал из Мариуполя, он говорит, мы приехали, говорит, у нас, ну, как каким-то чудом, на полуспущенных колесах, на блокпосту, который они нарвались на азовцев, девушек, женщин раздевали догола, забирали золото, деньги. Однако девчонка стоит, она говорит, у меня 27 гривен, говорит, у меня больше нет. Они забрали это. То есть последнее забирали? Последнее. Украина просто уничтожала всю инфраструктуру города. Уничтожала всех людей. Просто уничтожала. Нам говорили, что вы русский мир ждете. И тут же разворачивали танки и стреляли по нашим домам. Это было в открытую. То есть это вы сами видели? Это или... непосредственно на наших глазах было. То есть украинский танк стоял и... Да. А когда это было и где это было? Ну, это началось уже еще с сентября месяца. До этого как-то нет. А вот именно с сентября месяца уже это конкретно пошли случаи. То есть они из танков стреляли просто по домам? Да, мира. По гражданским домам, да. Там, где жили русские. Ну, я имею в виду не русские, а не мы жили именно. Гражданские люди, которые не выехали. Начали нас так, по какой причине не выехали, почему не хотите уезжать, не хотите это. Говорю, куда ехать? В открытое небо. Что я там, говорю, буду под открытым небом, что я дома останусь под открытым небом. Так тут хоть на своей земле, хоть плохо, хорошо, но я хоть в подвал смогу спрятаться. А там вообще, говорю. Потому что те, которые наши выехали раньше, жители, соседи, как говорится, плакали вот такими, что их очень плохо понимали. А они выехали на Украину? Да, на территорию Украины, да. И потом связывались и говорили? Да, связывались и говорили о том, что, во-первых, за жилье требуют баснословные суммы. То есть там по 10, по 15, по 20 тысяч за жилье требуют. Люди, у которых пенсия 2-3 тысячи, как они могут снять такое жилье? И кричат, мы едины. Но если мы едины, я понимаю, да, мы едины. Я соседям варила тормозки, переносила в подвал через дорогу. Да, маму подвал. Я кормила людей бесплатно, мне не надо от них нигде ничего не было. Поэтому как можно? Вот это я понимаю, что мы едим. Как говорится, последним куском хлеба делилась.
Я пыталась людям чай делать, готовить какой-то суп, там борщ. Хлеба не было, я пекла эти сами блинчики, оладьи пекла, коржи какие-то пекла, чтобы людей просто накормить. Да, вот это я понимаю единое. Ну, летом у нас были прилеты, опять же, стоят гранатометы, отстреляли за Солидар. Тут же ж, опять же, только выстрел и сразу легло. Ну никак не может быть, что это с той стороны именно русские стреляют. Потому что мы уже определяли, где, как. Когда Крым вошел в состав России, когда уже бомбить начали, самолеты летали над Донбассом уже, вот тогда надо было. А начали проводить переговорные процессы и так далее, оттягивать. Ну и мы все знаем, что уже и Меркель там, и другие руководители государств, они специально Минские соглашения тянули для того, чтобы успеть вооружить Украину, коалицию создать против них. Вот. И уже, наверное, все знали, что неминуемо будет мнение всего Запада. Мы тогда думали, что только Запад будет, НАТО. Вот. А получилось так, что сейчас более 50 стран, которые не входят в НАТО, они вооружают Украину, работают против России. И, наверное, вот если бы в эти 2-3 дня, вот когда началась наша спецвоенная операция, вот тогда уже Украина, если первые они напали бы, вот нам трудно было бы, наверное, противостоять. То есть, так что я считаю, что да, но надо было гораздо раньше. После референдума, ну, начались у нас бои. Были бои, у нас стояли ополченцы. Я им, конечно, помогала очень. Потом, когда ополченцы отступили, пришел правый сектор. Правый сектор, Азов, Днепр-1. И 15-го, в 15-м году, 2015 года, меня взяли в плен 27 января в 11 часов ночи. Ворвались 12 человек, азовцев. У них нашивки вот тут были, Азов. И забрали меня в плен. Я была в магазине на Театральном проспекте. Это в районе конечной остановки 14-го троллейбуса. Вышла из магазина. И через 5 секунд началась бомбежка. Я просто растерялась, не знала, куда бежать. И пока я сообразила, она закончилась. То есть все произошло мгновенно, понимаете? Молниеносно. Какие у вас травмы были? Куда вам попали? У меня легкая травма. Сказали, что у меня легкая травма. Ну, вы же сами понимаете, меня... Ну, вот я только что беседовал с человеком, который без ноги остался. Ой, поэтому по сравнению с ним это легкое. А так, да, так, по сравнению с ним, конечно. А скажите, вот там вот, где вы почувствовали это все, вы увидели, да, там другие люди же, да, тоже были ранены? Я никого не видела. Это просто я увидела на университетской такой огромный столб дыма черного, и начали сигналить машины сильно. После того, когда все смолкло. Очень сильный грохот был, а потом вот это. И поняла, что там что-то взорвалось. Какое у вас отношение? Как вы оцените их действия? Потому что это же удар был по мирным людям. Как я могу оценить их действия? Это фашисты, их надо убивать. Конечно, шанс решить миром противостояние, ну, конечно, было. Для этого было нужно только одно. Ну, согласиться с мнением российского президента, Российской Федерации, то, что необходимо следовать Минским соглашениям. В том, что будут проведены выборы, там будет особый статус Донбасса. А что значит особый статус Донбасса? Это значит права и гарантии людей, их свобода, их безопасность, они будут соблюдены. Ведь никто не говорил о том, что Донбасс, да, он станет частью России тогда. Тогда говорилось о том, что необходимо, по сути дела, пройти несколько этапов, которые были, кстати говоря, нормально прописаны, и в международном плане они не могли вызывать какого-то там негодование или возмущение. Это обычная практика. Так действовали, допустим, многие страны в различное время и таким образом каким-то решали вот этот мирный конфликт. Ведь
во главе угла тогда стояли именно мирные жители. Вот есть киевский режим, есть Донбасс, который, ну, не хочет, по сути дела, то, чтобы его приучали разговаривать на том языке, на котором он не хочет говорить. Потому что там была та власть, которую они сами бы избирали. И была бы гарантия свободы. Все. По сути дела, да, то есть взаимовыгоднее всех сторон, которые участвовали, да и европейских. Там же гарантами Минских соглашений были европейские страны, как сам Евросоюз, так и Германия, Франция, которые могли действительно повлиять на Киев. Выясняется, это совсем обратное. Потом и Меркель, и Макрон, они признавались, то, что вот они, по сути дела, пошли на эти Минские соглашения для того, чтобы Украина смогла перевооружиться, то есть дать ей время. Ну, на самом деле так и было, ведь, по сути дела, с 2014 года, не с 2015, когда были заключены Минские соглашения, по сути дела, началось стягивание уже Украины в НАТОвский блок. Перевооружение армии, подготовка не только ВСУ, но там и специальных батальонов. И вот эскалация вооруженного конфликта на линии тогда соприкосновения, она же продолжалась постоянно. Проходило и дня без артиллерийского обстрела, каждый день фактически гибли мирные жители. Вот мы знаем официальную цифру 8 тысяч погибших мирных жителей на территории Донбасса вот с 2014 года. Что это значит? Это артиллерийский обстрел мирных кварталов. То есть снаряд разрывается в квартире, на лестничной площадке, во дворе. Гибнут женщины, дети, старики. Это что? Ну как это можно вообще терпеть? Все равно как бы терпели. То есть мы фиксировали тогда, с 2014 года. Вот Народный трибунал, когда он был образован, тоже начал это фиксировать. Фиксировали сами жители, ну то есть службы Донецкой, Луганской народных республик. Как это все понимать? И все равно каким-то образом пытались выйти на какое-то новое соглашение, чтобы решить дело мирным путем. А что случилось впоследствии? То есть уже накануне там 24 февраля интенсивность обстрелов начинала усиливаться. Видно по данным разведки, это уже точно и наш генштаб, и другие службы подтверждают, создавалась группировка войск, причем наступательного характера. Мы здесь не можем себя обманывать, то есть действительно создавалась такая группировка. А что это значит? То, что она вступает фактически на территорию Донецко-Луганской Народной Республики. Мы не, давайте не будем иллюзией, да, то, что когда вот на соприкосновение, там 14-15 год, украинская армия, да, ну тогда, наверное, была еще не подготовлена, но теперь же и не сделали из нее фактически зомби. То есть она вооруженная до зубов, она вступает в Луганскую, Донецкую республику, которую контролирует вот, правительство этих республик. И что дальше? То есть она фактически прорезала бы, вот как катком бы прорезала вот эту территорию, и куда бы попадали мирные жители. Дальше что шло? Кроме того, что вот, когда начались боевые действия, погибло огромное количество мирных жителей, я думаю, тысячи, если не десятки тысяч. А дальше шла бы зачистка. Ведь эти специальные батальоны, они как раз готовились для того, чтобы потом зачищать территорию. Вот как раз вот эта черная книга, она и свидетельствует именно о том, что конкретно творилось бы, если бы не началась специальная военная операция. Вот в ней вот и общественные, значит, организации здесь, и Международный трибунал, здесь и Следственный комитет России, документы, конечно, есть. Музей Победы собирал. И вот Максим Григорьев, он туда постоянно ездит. И ездил, и ездит, и будет ездить. Собирает эти материалы. Когда он берет интервью у дончан, о чем они говорят? О том, что он попадает в плен. Его, по сути дела, ну, превращает в живое мясо. То есть, не знаю, вот нацисты экспериментировали над людьми, там, Менгеле, доктор. Но, знаете, иногда кажется, что доктор Менгеле даже отдыхает по сравнению с тем, что вот они творили над ополченцами, которых брали в плен, либо мирных жителей. Вот мы с Максимом Григорьевым как раз вот участвовали в презентации этой черной книги на Красной площади. Вот там люди сидят, ну, разные люди. И по-разному относятся. Кто-то знает больше, знает, кто-то меньше. Мы приводили такой простой пример. Вот вы идете там по Тверской, вот она рядом, вот Красная площадь. Мирное небо вроде как бы над головой и так далее. А вот к вам подлетают вот эти боевики, пьяные, может быть, а может, трезвые. Начинают избивать, потом вас связывают. Потом вас бросают в подвал, вот там аэропорт в Мариуполе, что был. Начинают там обливать, скручивать проволокой, пытать электрошокером, подвешивать, значит, на вот эту дыбу, как они называют.
И многие говорили о том, что лучше бы умереть, чем вот такие пытки испытывать. А один ополченец, которого там на обмен, видимо, все-таки решили отдать, и благодаря этому выжил. Но там ему зондом тыкали, когда он в Минсамбате там, или где-то в госпитале лежал, проверяли реакцию его. Ну вот, понимаете, это не укладывается в голове на самом деле. И вот это было бы Донецкая область, Луганская область, Луганская и Донецкая народных республик. То есть я думаю, что вот действительно, наверное, какие-то дни, может быть, недели, мы просто, когда начали эту специальную военную операцию, правильно Путин говорит, чтобы остановить эту войну, которая уже шла, иначе бы было страшно. То есть вот этот каток нацистский, неонацистский, украинский, он прокатился бы, и была бы зачистка, сродни гитлеровской зачистки вот этих территорий. И вся эта территория превратилась бы в один сплошной концентрационный лагерь. То есть примерно то, что вот они устраивали в Мариуполе, устраивали там в Краматорске, устраивали там в Днепре своем и в других регионах, там на Западной Украине. Это неонацизм. Это вот, что называется, Ром снимал фильм «Обыкновенный фашизм», а здесь вот обыкновенный укранацизм. Как тот ополченец сказал, да, это вот такая вот сегодня Украина, такая она есть. И мы должны прекрасно понимать то, что с кем мы боремся. Мы боремся не с ВСУ, и даже не с нацбатами, да, не с конкретными, может, людьми. Мы боремся с этой идеологией страшной, которая поставила себе задачу уничтожить все, что касается русского языка, литературы русской, самоощущение вот этого, то, что ты принадлежишь к русскому миру, общение, традиции, своей природы. То есть это должно было просто-напросто зачищено. Если ты не согласен, тебя убивают, предварительно пытая, и каким-то образом тебя потом перезомбируют, и ты становишься марионеткой. Люди пошли по воду на рынок, покупали воду, там возил один мужчина, они покупали, пошли по воду. Это мы уже здесь, когда встретились, они рассказывали. Она говорит, мы шли с баклажками, с ведрами, с водой, а нам под ногами, они, говорит, стреляли под ноги. Мы, говорит, перебегали. Вот именно, говорит, стрельбу по ногам. Ну, и это иностранная наемная? Да, да, да. Она тоже, эта женщина рассказывала, плакала, говорит, слышали речь, смех, говорит, да, иностранную. Это именно люди с рынка шли, купили воду. Со мной такого не было, но я практически старалась никуда не выходить. Так что да, такое рассказывали. То есть, ну, чисто устрашающее издевательство, вот такое вот какое-то, я это так считаю. Хочешь убить — убей. А так вот, как издевались, к примеру, что... Вот она говорит, мы еле добежали до подвала, говорит, и некоторые женщины, которые постарше, побросали эту воду, оно все попроливалось, ну, в общем, получается, и без воды остались, и натерпелись. Да, был такой случай у нас тут. 16 марта 2022 года, буквально спустя меньше 3 недель после начала специальной военной операции, я первый раз попал за ленточку. И я общался с людьми. Общался в Гранитном, общался с людьми, живущими под Мариуполем. Вот те свидетельства, о которых я слышал, о тех людей, которые жили там, от этого просто холодеет кровь. Вообще сложно представить, что такие зверства могут делаться людьми. И людьми-то их после этого назвать нельзя. Это на самом деле не люди, нацисты. И нацизм, если он появляется, он потом захватывает страну, а на самом деле старается захватить весь мир. И когда ты вот подходишь, а к тебе подходит бабушка, обнимает тебя и говорит, спасибо большое, что наши солдаты нас освобождают. И самое главное, вы, пожалуйста, нас не бросайте. И когда они рассказывают о том, что вот ветераны не могли одеть ордена и выйти, потому что их оскорбляли, их обсыпали мукой, их разбивали куриные яйца. Как это можно вообще представить, когда верующий человек не может выйти на крестный ход, когда верующий человек не может выйти и пойти в церковь? У нас это все сложно представить, но тем не менее, вот, к сожалению,
на той земле, где, в общем-то, мы видели, что живут такие же люди, как мы, вот возрождалась и взращивалась вот эта вот ненависть. Ненависть к традиционным ценностям, ненависть к нашей вере, ненависть к нашей истории. И, конечно же, без специальной военной операции этот ход истории невозможно было изменить. И то, что сегодня происходит на Украине, это наша страна, наши бойцы пытаются ценой своей жизни, своего здоровья прекратить те зверства, которые были на Украине, и поставить точку в той войне, которая началась в 2014 году. У нас мотивация в разы больше, чем у этих нацистов, которые там сражаются. И, видимо, от того, что они это где-то в душе понимают, и где-то даже в душе чувствуют, у них же генетическая память может работать, как бандеровцы наказывать. Поэтому они сегодня и бесятся, вы знаете, отсюда еще больше вот этой жестокости. Это вот второй момент, почему так происходит. Потому что расплата будет, и вы знаете, когда нацисты, нацистских концлагерях, 44-45 год, наша армия, там Красная армия на подходе, они все равно продолжали убивать и даже еще больше зверствовали, потому что чувствовали то, что все, конец наступает. И пытались свою злость они как раз выместить на простых людей. Вот это тоже еще момент есть. У многих он даже несознательно проходит, но он такой тоже. Все познается в опыте. Это опыт истории Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом об этом говорит. Это что-то ужасное. Лежала на диване. Как даст с одной стороны. Прямо дома так вот ходит. Пристройка к времянке, кухне сыпется, весь потолок сыпется. Кто это стрелял? Ну, кто стрелял? Бендеровцы кто? Бендеры. Это фашисты отдыхают по сравнению с ними. Нелюди. Нелюди, это мягко сказано. Потом с другой стороны дома то же самое. Я уже встала, у меня нервы не выдерживают. Господи, помоги, кричу, помоги, в чем я провинилась. Это бесполезно. Со стороны дороги опять как бам, стекла слышу, уже посыпались. Дом нормальный стоял, ничего не было. А скажите, как вы думаете, почему украинцы стреляли по мирным домам? Уничтожить людей. Я так думаю, им люди не нужны, им земля нужна, территория нужна. Люди им абсолютно не нужны. Они ненавидят русский народ, ненавидят. Особенно наш Восток. Да, ну, Восток, потому что мы к русским больше относимся. Ну, а вообще, что за эти вот 8 лет с 14 года, что они делали, что рассказывали здесь в городе? Да ну что, преследовали тех, которые мыслят по-другому. Преследовали просто. Вот какой-то праздник, 9-е, 1 мая, выходят же с этими георгиевскими. Они просто зубами скрипят, не знают, как бы тебя уничтожить. Да было много убийств в Мариуполе, что там говорить. В городе особенно, там же собираются люди, то митинги, то так. А им это не нравилось. Не знали, как нас убрать побыстрее. С моей точки зрения, специальная военная операция, вот эта вот война, это, конечно же, именно специальная военная операция, это классический превентивный, точнее, упреждающий удар. И про людей, которые, точнее, людям, которые говорят о том, что вот мы напали, а в 41-м году мы защищались, я всегда задаю один и тот же вопрос. А что бы изменилось для вас, если бы Советский Союз нанес упреждающий удар 21 июня 1941 года. Но для меня изменилось бы только количество жертв. Их было бы намного, намного, намного меньше. Может быть, мы не потеряли бы Брест и всю Украину, кстати говоря. Да. Вот. Поэтому, безусловно, для меня это вынужденная мера. Более того, она откладывалась до самого последнего момента. И как раз сейчас история сослагательного наклонения не знает. Но если вести дискуссии, то, может быть, о том, не нужно ли было ее начать раньше, эту специальную военную операцию. Вот тут, конечно, дискуссии все-таки могут быть. Да, возможно, все-таки. И об этом говорит президент Российской Федерации, да, когда он говорит, что нас просто обманули с Минскими соглашениями. Да? А раз мы это уже знаем, этим постзнанием обладаем, может быть, все-таки нужно было зайти как минимум на Донбасс в 2014 году. Но в любом случае, специальная военная операция – это необходимость, безусловно. Шли с молодым человеком и с ребенком домой, переходили дорогу. У нас по улице Карпинского там прятались азовцы, вот.
Ну, уже был почти комендантский час. Вот. И они без предупреждения просто выстрелили. Попали, слава богу, в меня, не в ребенка. А из чего стреляли? Наверное, из автомата, я не знаю. Ну, как очередью было. И какое у вас ранение? Перелом, пулевое ранение, перелом тазобедренных суставов. Мы сейчас находимся на одной из баз Азова. И здесь на стене фотографии тех людей, которых они искали и, видимо, хотели с ними разобраться. И здесь можно понять, что им не нравилось. Ну, например, доктор, клевета на движение, бездеятельность, нарушение идеологической дисциплины. Какая-то кличка, может быть, он у них был раньше в этом Азове. Палий. Расхождение взглядов с движением. Движение – это движение украинских националистов и движение Азов. Выпады слов против АЕ. Мы не знаем, кто такой АЕ, но, видимо, один из местных маленьких лидерков этого движения. Буня. Женился на Хачевке. Вот, видимо, его преступление состояло в том, что он женился, видимо, на ком-то с этнической точки зрения, то, что не удовлетворяло националистов. Из Азова, Роксолан, нарушение идеологической дисциплины. Ну, что это, совсем непонятно, но, видимо, это тоже не подходило для азовцев. Поганка. Здесь, видимо, позывные, да, или клички этих людей. Надпись «Связь Порошенко. Скандал в движении». Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Телец. Некрасиво ушел с полка. Речь идет, конечно, о полке Азов. Видимо, человек, который раньше служил в этом полку националистов Азов. И как они решили, некрасиво ушел. Давайте посмотрим, что здесь еще. Кража оружия БК. То есть, видимо, и кража оружия боекомплекта. Ну и остальные люди. Наверное, это те, которые были вместе с ними. Но, по всей видимости, провинились. Очевидно, что подразделение Азов вело свою оперативную работу, и в том числе и среди тех, кто был раньше вместе с ними, но так или иначе не подходил, ну, например, женился на Хачевке, не подходил им по идеологическим причинам и те, с которыми они хотели разделаться. Так получилось, что последний год я почти постоянно живу и работаю в новых регионах или на территориях, освобожденных от укронацизма. И видно невооруженным глазом, насколько наш нынешний противник, наш враг, готовился напасть на нас, готовился стереть с лица земли русские города Донбасса и людей уничтожить. Это видно по бункерам, по тем опорным пунктам, по многим километрам подземных укреплений, бункеров, в которых хранилось оружие, пути, как поскорее добраться до беззащитного Донецка. А с другой стороны, мы видим, насколько мощная идеологическая работа велась 8 лет по перепрошивке сознания русских людей. И учебники, и комиксы, и вдалбливание фейковой исторической, ну, как даже не правды, а просто вот как каких-то исторических фейков. Мой любимый пример здесь – это то, что на захваченных укрофашистами территориях Луганской Народной Республики ребятам в школах рассказывали, что да, была такая молодая гвардия в Краснодоне, мы ей гордимся, они сражались с фашистами, но просто это были юные бандеровцы, они действовали по указаниям Степана Бандеры и сражались за родную Украину против фашизма. А, дескать, если бы вот не погибли в январе 43-го и феврале, то потом сражались бы с большевизмом. Вот и все. И таких фактов сотни, когда реальная история фальсифицировалась в угоду фашистским этим идеологическим задачам. И много-много других деталей знаем мы. Я надеюсь, что и на заседаниях нашего международного общественного трибунала, на публичных наших мероприятиях, на всех площадках. Я надеюсь, что появится со временем музей, в котором все это будет отражено. Та титаническая работа, которую мы проводим сейчас для того, чтобы искоренить это укрофашистское зло, которое собиралось уничтожить нас морально, ментально и физически.